Документами прокуратуры были. Вот эти три документа необходимо просто сфотографировать и вам снимать только с разрешения. Пожалуйста, чтобы здесь нет, нигде не запрещается. Если вы запрещаете, 313 уголовный кодекс нарушается. Не надо. Нет, ни в прокуратуре, нигде это не запрещается. Только с разрешения. Вы закон не знаете. Знаю. Я вам называю статью. В России запрещается только закрытое совещание дома и еще четыре момента, военные корабли. Если с разрешения. Вот это сделайте, пожалуйста. Так, это. Вы что хотите сейчас, чтобы я чтобы принимала? Вам снять эту копию, а мне поставите штампы. Это я был в прокуратуре. Нет, то есть вы, подождите, вы это кому сейчас, вот это на кого? Это уведомить вас, что делается. Мы из поселка Потеряевка. Они поставили свои печати, у меня новых нету снять для вас. Нет, подождите, кто поставил вам вот это? Прокуратура. Мне надо, чтобы вы тогда написали как-то заявление на главу. Нет, это не заявление. Никакого. Обращение это, тогда. И обращения нет. Уведомление отдали, больше ничего нет. Нигде не спрашивают. Мы в сельсовете отдали, здесь отдали. От нас больше ничего не требуется. Это обращение ко всей стране будет потом. Сейчас едем в печать. Вот что будет сделано. Смотрите. Просто откопирую три листика, которые останутся у вас. А нам штампик. И мы сразу идем в свет октября. Вы присядьте, пожалуйста, я сейчас уточню, что мне делать с вашей информацией. Ну, постоим, я насиделся. Ваш документ уберите. Пожалуйста. Вот эти документы вы оставили в прокуратуре, да? Да, все. И в сельском совете Корчина. Мне их вернуть. Надо себе отцеркопируйте, потому что секунду. Вас когда-то скажут, как, не уведомили? Сейчас, подожди, мы уведомили. Секунду, я узнаю, что да. Здравствуйте. Что-то я вас, может быть, это ошибаюсь. Кто вы? Я дежурный. Не понял. Я тогда вам визиточку дам, чтобы... Это очень большой наш форум, сайт, все найдете здесь. Хорошо. Одних роликов 11200. Это наша мировая поездка по всему миру, где мы... У меня 38 томов вышли из печати, я во все библиотеки мира дарил. А тут все, и как Баварину нам дом передает, когда я вернулся из заключения. Ну, вам будет очень интересно. Она пошла, я не главе района вот передать. Ну, она придет, давайте она ставит. Да. Вы, они не знают, что снимать, я плохо слышу, она снимать нельзя, она не знает, что она сразу нарушила закон. 330 статью Уголовного кодекса и 19.1 гражданского. У нас в России только 5 мест, где нельзя снимать. 5. Это когда объявлено, что тайное совещание Государственной Думы. Второе, военные корабли. Третье, на территории таможни Российской Федерации. И четвертое, 5, это газовая или там какая-то промышленность, министерство. Все. Все остальное открыто перед всеми людьми. Прокуратура ни слова не сказала, сельсовет не... Бумагу принесли. Принесли бумагу, она меня не снимает вроде. Она не знает, что она нарушила уже закон. Это или незнание, или умышленное нарушение. Тут два вопроса разбирать будут. Ей не надо это говорить, если она не знает. Я называю статьи, которые она уже нарушила. Здравствуйте. Вы у нас... Не. Я хотел бы передать потом начальнику нашу визитку. Хорошо. Вот здесь вот. Это очень большой сайт, форум. Мы видите, вчера прошло совещание у нас. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Вы что-то отдавать будете? Нет? Все, свободно, я сейчас зарегистрирую. Ну, это штампик поставьте. Вообще, конечно, камеру выключите, но вы не имеете права снимать нас. Мы вам разрешение не давали. Не давали. Не давали. Давать не надо давать. Вы закон, просто я называю статью, проще, вы уже нарушаете второй раз ее статью. Мы вам разрешили. 330 уголовного кодекса. Вы не имеете права нам говорить даже. Нет, вы только сейчас. Я ничего не могу делать. Рядом прокуратура не говорит. Прокурор края зашли снимать, голову даже не поднимает. Он знает, что закон на моей стороне. Нельзя
нельзя снимать только... Вы второй закон нарушаете, уголовный и гражданский, 19.1. Я еще больше сказать ничего не могу. Зашел я в магазин, везде все снимаю, не все разрешено. Я гражданин страны. Сейчас я сделаю копию. Поставьте там это. Мама, да. Почему не преподают это ли? Да-да. Я вам показал, главное, что это результат всего. У нас будет новый музей в районе. Ваше право, сейчас я заберу документы, штампик поставлю, что я приняла. Не надо. Все, вы хотите, бумаги вам отдадут все? Да. Я думаю, вам ничего. Нет, ничего. Бумажки вам дадут, все, копии. Сейчас вот, 5 октября.